Почувствовать запах летних цветов, услышать шепот волн и ощутить веселье сочинского карнавала. Впечатления о лете бурной рекой красок разлились в лектории Самарского художественного музея. Проводники в мир жарких эмоций более 40 полотен лучших импрессионистов России. Олег Тиняев из северной столицы, Бато Дугаржапов из Москвы и Олег Отрошко из Сочи, южной столицы страны. Импрессионизм – это в какой-то степени предтеча современного и современного искусства. И с него начался слом традиции в свое время. Он понятен людям, и он даже более интересен, скажем, чем какое-то сверхконцептуальное сложное искусство. Импрессионизм – направление вдохновения. Реальность на холстах замирает, оставаясь живой и динамичной. Летние картины с юга буквально дышат энергией солнца, а работы, сделанные в Вышнем Волочке, передают умиротворение и спокойствие. Хотя, как говорят сами художники, больше любят весну и осень. На лето зеленой краски не напасешься, но впечатления от лета остались незабываемыми. Художники любят больше весну, так как после тяжелой зимы они все просыпаются, как сон на мухе, и бегут в Крым, ждут сирени. Весна и осень – самые такие полярные сезоны, когда художники начинают, у них там начинает кровь бегать, они начинают кучковаться, группироваться и уезжают отрядами, то есть завоевывают весенние мотивы. Современный импрессионизм соприкасается с эклектикой, авангардные вставки в эмоциональное содержание, и вот он, жанр 21 века. Впечатлительных художников не оставила равнодушной и Самара. Серый ноябрь, конечно, не располагает к творчеству на пленэре, но в ближайшем будущем впечатления о самарском лете могут оказаться на полотнах мастеров. Мне уже план выстроили, куда надо ехать и что, куда летом, где с этюдником поедем. Мы сегодня вышли на Волгу, освещение, солнце такое. И Волга сама, я представляю, вот это Репинская Волга, насколько все это понятно мне, да, и близко. Совершить путешествие в лето самарцы смогут до 30 ноября. Затем выставка отправится в тур по Поволжью. Следующей точкой станет, возможно, столица Татарстана. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.